Сотни жителей Луганска сегодня приняли участие в мероприятии, которое сами назвали тренировкой на случай ввода некой вооруженной иностранной миссии. О желании на время местных выборов развернуть в Донбассе контингент под флагом ОБСЕ ранее говорил Петр Порошенко. В Луганске подозревают, что украинские власти могут попытаться внедрить иностранных агентов. Противостоять этому собираются мирно. Сегодня учились блокировать транспорт и отнимать оружие. Мы хотим сказать, что мы сами можем обеспечить свою безопасность здесь, на территории Луганской Народной Республики. И никогда не допустим вооруженной миссии на нашей земле. И не допустим передвижения иностранных агентов на территории Луганской Народной Республики. Мы ждем любых гостей в Луганскую Народную Республику, но кроме тех, которые будут вооружены и ездить на нашей территории с оружием.